Вновь приветствуем вас в эфире телеканала «Дождь». Продолжаем подводить итоги этого дня в информационной программе «Здесь и сейчас». Интернету не хватает культуры, особенно политической, и партия «Единая Россия» готова эту ситуацию исправить. Член партии, депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что партия уже подготовила поправки в закон об информации. Что это за поправки, узнаем, собственно, у него. Он с нами на линии прямой связи по скайпу. Роберт, здравствуйте. Добрый вечер. Как собираетесь чикать интернет? Никак не собираемся чикать. Я об этом сегодня говорил. На самом деле речь идет о том, что существует совершенно разные представления о том, каким может быть законодательство в интернете. Есть закон, действительно, который подготовлен рабочей группой. Ее возглавляет Ольга Владимировна Носкова. Если кратко говорить, то он дает основной понятийный аппарат, географическую привязку, временную привязку. Но есть также законопроекты, которые там, в Министерстве связи и в других министерствах разрабатывают. Я полагаю, что их бы неплохо было бы соединить в какую-то единую рабочую группу, может быть, при президенте, и уже как-то обсуждать более широко. На сегодняшний день тот законопроект, о котором я сегодня говорил, он вывешен на сайте Комитета по информационной политике. Но вероятность того, что он будет внесен и принят, она достаточно невелика. Почему? Дело в том, что, по мнению многих экспертов, он достаточно сыроват. И он был представлен на парламентских слушаниях, которые проходили у нас совсем недавно в Государственной Думе. Есть немало предложений по отношению к этому закону. И опять же, повторюсь, то есть у разных ведомств очень разные представления. То есть вы только подступаетесь сейчас к интернету? Да, естественно, ни в коем случае, нужно понимать, что не хотелось бы кого-то пугать, никаких готовых решений, стопроцентных решений не существует. Если что-то будет происходить, то это будет происходить только если речь будет идти о каких-то глобальных решениях, то это будет, я думаю, широко обсуждаемо. Каких глобальных решений? Подождите секундочку. То мы узнаем об этом, да, интернет-пользователи после принятия... Я не думаю. У вас очень скептический настрой, у меня такого настроя нет. Потому что я полагаю, что на самом деле, если будет речь идти о том, чтобы создавать ряд каких-то значительных поправок в законодательство, о которых в том числе речь идет в том законопроекте, который подготовлен нашей рабочей группой, то я думаю, что интернет об этом будет знать намного раньше, и будет возможность внести там свои предложения, изменения, как это было с законами о полиции, об образовании заранее, то есть намного раньше, чем это будет внесено, но и в том числе и после того, как это будет, этот закон будет внесен, поскольку... Мы поняли. Большое спасибо. С нами на линии прямой связи был член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Роберт Шлегель.